Всем привет моим подписчикам и гостям моего канала, кто зашел на мой канал. Я рада всем, и сегодня с вами свяжем такие маленькие детские носочки размер 10-12. По многочисленным просьбам моих подписчиков и друзей попросили связать. Нам понадобится спицы номер 3 миллиметра. Крючок взяла обычный, вот такой, нужно побольше номер, у меня 1,5, можно двоечку взять, и ниточки, у кого какие остались. У меня остались от жилеточки вот такие ниточки по лесе для творчества и рукоделия, и мы с этих ниточек с вами свяжем носочки. Как видите, буду показывать. Наберем 36 петель на каждую спицу, по 9 петель. Давайте будем набирать. Набираем петли таким образом, 2 петли, и так набираем 3. 4. Набираем, смотрите как. Давайте сначала покажу. Вот здесь держим два конца, сюда спицы подводим, сюда под низ и вытягиваем. Получается 2 петельки у нас. И дальше делаем сюда снизу. И вывязываем. Очень просто. Вот так. И пошли работать. Набираем петельки. 36 петель. Вот таким способом. Набираем самостоятельно. 30, 31. Смотрим внимательно. Снизу, вверх. 32. 33, 34, 35, 36 петель набрали. Снимаем спицу и провязываем аккуратненько. Так вот, сюда, а потом туда, за заднюю спицу. Будет это изнаночная, а это будет лицевая. Одна лицевая, одна изнаночная. На каждой спице по 9 петель провязываем. Аккуратненько. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Следующую берем. Провязан за переднюю стеночку. Первый ряд можно за заднюю, как кому удобно. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, лицевая. Так, все правильно. 4, 4 петельки, 5, 9. Следующую берем. Изнаночная. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая провязываем. Изнаночная, лицевая. Так, 8, изнаночная. Вот 9 петель. 3, 3, 3, 9 петель. На четвертую спицу. Так, лицевая петля. Изнаночная.
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, так до конца ряда. Первый ряд тяжело вязать, потом будет легко. Последняя петелька лицевая. Так, соединяем аккуратненько, чтобы не перекрутить. Это наша изнаночная петля. Первая. Аккуратненько подтягиваем, чтобы аккуратно было. Лицевая за переднюю стенку, а изнаночную за заднюю провязываем. Лицевую за переднюю вяжем, а изнаночную за заднюю стеночку. И так будем вязать 20 рядов, девочки. По кругу. По кругу вяжем 20 рядов. Провязали 20 рядов резинку 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. А сейчас будем вязать лицевыми петлями 4 ряда. Все лицевые по кругу вяжем. Изнаночную провязываем за заднюю стенку, а лицевую за переднюю. Так по кругу вяжем 4 ряда. Давайте свяжем 4 ряда самостоятельно. Привязали 4 ряда лицевыми петлями после резиночки. И сейчас дальше будем вязать на двух спицах по 9 петель. Но я добавлю еще 2 петли. Смотрим. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Но я еще добавлю, девочки, с этой спицы 2 петли. На 20 петлях я буду вязать 8 рядов поворотными рядами. Вот 20 петель мы связали. Потом будем пятку здесь вывязывать. Но нужно провязать 8 рядов. Вот так. Будем вязать 8 рядов. Туда и обратно. Первую снимаем, изнаночные, а последнюю тоже изнаночной провяжем. Вяжем 8 рядов поворотными рядами. Потом встретимся с вами. Вот как вы видите, связали 8 рядов. 8 рядов на 20 петель, 8 рядов. Лицевые, изнаночные. Короче, вязали поворотными рядами. Вот. А сейчас будем вывязывать пятку. Нужно правильно разделить. По бокам я ставлю по 6 петель, посередине будет 8. Смотрите внимательно, как будем вывязывать пятку. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14. Здесь 6 петель. Мы 2 провязываем. Вот смотрите, за заднюю стенку остается 4. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Неправильно. Надо вернуться назад. Вот, провязываем. 2 провязываем. Здесь остается 5. 5 петель. С края должно остаться 5 петель. Работу поворачиваем.
работу повернули. Петельку снимаем. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А восьмую провязываем вместе. 2 петли. Вот будет 8-я петелька. Здесь остается тоже 5 петель, как вы видите. 5 петель. Работу поворачиваем. Работу повернули. Петельку эту снимаем. Будем вязать поворотными рядами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот это не 7-я, а 8-я она у нас. 8. У нас посредине идет 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Работу поворачиваем. Здесь остается 4 петельки. Работу повернули. Петельку снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И восьмую провязываем 2 вместе. С одной стороны и с другой. Спицы стучат. Надо бамбуковые, чтобы были. Они не скользят. Подтягиваем, одну снимаем и дальше вяжем. И так с каждой стороны провязываем. Вот 4, останется 3 петельки. Видите? Подтянули, работу повернули. Петельку снимаем, дальше вяжем. А восьмую провязываем с одной стороны и с другой. Посредине должно быть 8 петель, по бокам 6. И вяжем до тех пор, покуда не останется петель. Вот. Это вывязывается у нас пяточка. Восьмую провязываем. Лицевой подтягиваем. По 2 остается по бокам. Провязываем изнаночными. И восьмую 2 вместе. Здесь тоже 2 осталось. Работу поворачиваем. Петельку снимаем. Снова вяжем. Восьмую провязываем. 1 петелька осталась на спице. Работу поворачиваем. Вяжем изнаночный ряд. И тоже будем провязывать 1 вместе. Вот. Так. Снимаем петельку, подтягиваем аккуратненько. Две вместе провязываем. С этой стороны уже ничего у нас не осталось. Работу поворачиваем. И провязываем так до конца ряда. Здесь 1 провязываем. Провязали и вяжем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 3, 8. Правильно. А, крайнюю я не провязала. Вернусь назад. Вот провязали лицевыми. А с этой стороны нужно с краем поднять все 6 петелек, которые мы запустили. Будем поднимать. Вот так за 2 петельки. 2, 3,
4, 5, 6. Будем вязать. Давайте я сразу на эту спицу. Не так трудно будет вам показать. Давайте я спущу, это я вам показала, я привыкла так, поднимаю и провязываю, чтобы такая дырочка не было. Мы делаем поворот за заднюю стеночку, смотрите, привязали, подтянули, следующую я поднимаю тоже. Такой плохой, ничего не вижу. Вот тут две штучки, вот две штучки, вот эти я за одну поднимаю и ее переворачиваю, вот так, чтобы вам показать аккуратно, чтобы вы видели. Следующую уже две привязали. Теперь третью провязываю. Вот, видите, все аккуратненько получается. Только не спеша. Поднимаю, а потом переворачиваю. Вот так. И провязываю. Снова поднимаю петельку. Чтобы дырочки такой не было, мы ее переворачиваем. Вот. Сколько у нас получилось? 5. И нужно шестую. Вот, чтобы дырочки не было, мы поднимаем и тоже переворачиваем аккуратненько. Вот все 6 петелек мы подняли. Видите? Дальше эти все провязываем. Вот на двух спицах. На этих двух спицах мы провязываем. Потом будем с вами поднимать. Давайте вязать. Эти две спицы провязали, и вот эту сторону нужно поднять. Вот будем поднимать с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек. И будем разворачивать эти все петельки, чтобы не было дырочки. Заднюю стеночку подтягиваем и провязываем, подтягиваем, провязываем за заднюю стеночку все 6 петель. Вот. Все провязали, ни одной дырочки нету, и я их перенесу на эту спицу, потом на все спицы поделю поровну по 9 петель. Все мы поделили поровну, по 9 петель на каждую спицу. Пятку вывязали, как вы видите, такая пяточка получилась. И дальше будем вязать по кругу 13 рядов. Вязать будем самостоятельно, потом встретимся с вами. Вот что у нас получается, девчата. Связали 13 рядов платочной. Не платочные, а просто лицевыми. Неправильно говорю. Вот. Видите? А сейчас нужно запустить. И запустить вот так. Здесь 2 вместе, здесь 2 вместе. И с другой стороны. Здесь 2 вместе, и здесь 2 вместе. Если кто так не получится, можете запускать на каждой спице. По-простому. В начале здесь, в каждой спице в начале и по кругу до тех пор, покуда не останется по одной петле. Потом
2 петли вместе, 2 петли вместе затянуть. А я буду делать вот так, смотрите. Кто со мной, делайте, чтобы было красиво. Петельки переворачиваем первый раз. И они потом будут идти, чтобы продукт был красивый. Вот. Здесь будем мы провязывать все петельки с двух спиц. А в конце 2 петли оставляю и провязывать будем вместе. Вот видите, 2 петельки. Вот так, под низу, вот так, под низу, берем петлю и вытягиваем, 2 петли вместе провязали, следующую тоже, и так с двух сторон будем запускать по 2 петли, до тех пор, покуда не останется по одной петле, и 2 петли эти провяжу вместе, и все. С двух сторон. Лучше делать на 4 спицах, потому что на двух. На одной с двух спиц очень тяжело. Вот как я здесь оставила. И будем вязать самостоятельно. И здесь. В конце тоже 2 вместе и так до конца, покуда петли не останутся с одной стороны, по одной и с другой, потом 2 вместе провяжем и хвостики заделаем. Вот видите, как вот так будем вязать, видите. Осталось по 2 петли, провяжу вместе и стянем петельки. Все, затянули, ниточку оборвали, потом крючком туда затянем. Здесь крючком тоже ниточку оборвем. Аккуратненько или обрежем. Сюда, а потом сюда затянем аккуратненько. Вот носочек связали 11-12 сантиметров